Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. И сегодня я расскажу вам про новый девайс от компании Geekvape под названием One FC. Девайс поставляется вот в такой вот черной картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, есть логотип производителя и название устройства. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики, комплектация и скретч-код для проверки устройства на оригинальность. Открыв коробку, мы первым делом увидим вот такой вот конверт, в котором располагается гарантийный талон и инструкция. Под ним разместился сам девайс с предустановленным картриджем. Также справа от него находится небольшая коробка, в которой лежит кабель USB Type-C для зарядки устройства, а чуть выше находится еще один дополнительный картридж. Новинка выполнена в формате стика средних размеров. Он слегка напоминает Aegis, правда, значительно уже и выше. Корпус устройства выполнен из металла. На корпусе имеется подобие фирменной рамки и вставки из кожи. На одной из сторон выгравирован логотип производителя, а на противоположной располагается многофункциональная кнопка. Кнопка Fire выполняет сразу же несколько действий. Во-первых, она включает и выключает устройство при помощи пятикратного нажатия на нее. При помощи троекратного нажатия мы можем выбрать один из трех режимов парения. Ну и при нажатии на кнопку Fire напряжение подается на картридж. Но напряжение на картридж может подаваться и при помощи затяжки. Внутри этого небольшого девайса спрятался аккумулятор на 550 мАч. Заряжается он при помощи порта USB Type-C, который находится в нижней части, и устройство от 0 до 100% заряжается всего лишь за 15 минут. Теперь немного поговорим про картридж. Его объем составляет 2 мл и работает он на несменных испарителях на 0,8 Ом и на 1,2 Ом. Заправка располагается сверху, и для того, чтобы заправить устройство, нужно как бы сломать дриптип, заправить его и обратно установить дриптип на место. В плане затяжки здесь вопросов нет. Она довольно тугая и очень похожа на аналоговые сигареты, но, к сожалению, ее регулировки здесь нет, даже при помощи простого поворота картриджа. В конце могу сказать, что Geekvape выпустили классную подсистему. Она металлическая, приятно лежит в руке, обладает хорошим вкусом, классной затяжкой и отлично передает никотин. Да, у нее маленький аккумулятор, но заряжается он всего за 15 минут, и я думаю, что это не вызовет никаких трудностей. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.